Друзья, едем мы такие по степному Крыму, проезжаем поселок Ермаково. Думаю, дай-ка заеду на ермаковские ставки и поснимаю их вам, как бы этот водоем Крыму. Поднимемся там на квадрокоптере, поснимаю их сверху. Ну, там же как бы были такие рыбные места, там очень много рыбаков было. Что вы думаете, ребят? Подъезжаем мы к ермаковским ставкам, видим два шлагбаума. С правой стороны, с левой, короче, они перекрыты. И табличка. Внимание, пограничная зона. Ну и все как обычно. Короче говоря, мы... Что делать? Ну все, не поснимаем. Поехали дальше. Проезжаем, короче, где-то 500 метров. Смотрим, БТРы едут. Короче, думаю, ну точно здесь с квадрокоптера не поснимать. Ребят, всем привет. Всем привет. Друзья, ну, с южного Крыма занесло нас на самый север. Контраст, конечно, очень чувствуется. Выпал снег. Буквально приехали с Севастополя, и на следующий день, даже уже к вечеру. Короче говоря, в северный Крым степной пришла зима. В Северополе весна была. Потом осень, Севастополь, ветер. Короче, все времена года, друзья. Прям весь букет. Парк культуры и отдыха имени Захарьяна. Он является основателем парка в завет Ленина. Идем мы садом, потому что отсюда открывается красивый вид. Да. Вот, идем мы по центральной аллейке. Мы, как всегда, с термосом. Да, тепленькая водичка. В этот раз взяли термос маленький. Ужасный термос. Да, ужасно. Ребят, хотим вам показать самый ужасный термос, который не стоит покупать. Тепло он вообще не держит. Буквально там, не знаю, полчаса его так хватает. Что говорить, а крышка, сам клапан, который открывается, буквально сколько? Покупали в Икее, да, сломался. Один день и все, клапан сломался. Мы его залили силиконовым клеем. Завет Ленина есть зоопарк. Ну, животные, конечно, здесь самые обычные. Вот, которые не требуют особо сильного, прям такого обильного кормления. Здесь нету ни жирафов, там нету медведей, львов. Ну, собственно, переносят наши крымские звери. Позади меня по аллейке там есть школа, и в этой школе сделали тоже такой уголочек. Там аквариум, ну, аквариумы стоят, там рыбки, есть крокодил, черепашки, вроде змея, точно не помню. Маленькое помещение, но тем не менее, знаете, есть что посмотреть. Как бы для поселка Завет Ленина, я думаю, это... Пойдем сходим в зоопарк, посмотрим на животных. Зооуголок Моудот, эколого-биологический центр. Добро пожаловать. Здесь была оплата. Сейчас только чудо. Мусорка стоит. Ну, вначале нас встречают журавли. Смотрите, сколько их здесь. Куры. Не все животные, конечно, здесь гуляют. Все спрятались от холода. Здесь у нас живет поросенок. Дикий кабан. Не дикий, просто свинья. А хрюшка черная, да? Да, свинья. Здрасте. Павлинчики. Животные попрятались, да? Смотреть нечего, да? Дети тоже, да? До 3 лет бесплатно. Ему больше 3? Да.
Да, мне кажется, они... Да, сейчас звери все попрятались, холодно, да, они сейчас все спрятались. Смотреть пустые вольеры. Пойдем. Лень, пойдем. Пойдем, Лень. Звери просто погуляем на санках покатаемся. Здесь по территории погуляем. Ладненько, спасибо. Ребят, ну, было принято решение не идти в зоопарк, потому что животные все попрятались. Ну, скукотища там, на самом деле. Сейчас, честно говоря, смотреть нечего. Ну, в следующий раз уже приедем, когда здесь будет тепло. Поснимаем там уточек, черепашек, нутрий. Ну, всю живность, которая... живет в этом парке. Давайте с вами просто погуляем, пройдемся по аллейкам, посмотрим на зимушку степного Крыма. Аллеи из туек. Друзья, вот такой вот лес в степном Крыму. Там дальше забор и поле. Так вот здесь красиво растут березки. Все очень сильно кардинально изменилось здесь. Прям приезжать сюда, знаете, одно удовольствие. Особенно, когда находишься в степном Крыму и, собственно, поехать некуда. Ну, чтобы вот так вот чистый воздух, лес, но, собственно, перебиваемся тем, что есть. Как бы вот здесь есть хорошие вот такие вот местечки, как Зоя Ленина, где можно прогуляться, походить по вот таким вот красивым аллейкам. Вот. Также внутри самого зоопарка там есть, вот, может, видите, отсюда вот есть за забором, видно, беседка, где можно там пожарить шашлычки, но такие вот есть услуги, можно пожарить шашлыки, вот, посетить с компанией. Чтобы вы понимали, мы сейчас находимся прямо в поле. Я вот даже... специально выйду, пройдусь и покажу вам. Кстати, сделали забор. Здесь не было забора. Здесь был старый такой бетонный поваленный уже в некоторых местах заборчик. Вот, посмотрите, поле дальше идет. Спаханное поле. Замело все снегом. Вот, и теперь уже обозначили территорию. Видите, стоит забор, а его здесь не было. Вот, ну хорошо, конечно, облагородили. Теперь посторонние просто сюда ходить не будут через поле. Да и животные, если убегут, не смогут выйти. Нет, свободе. Бедные животные. Теперь шансов на свободу вообще теперь никаких. Хотя вот тут вот щелька есть. Можно так прынк и туда в поле. Вот такой вот здесь лес. Хорошо тогда все равно погулять. Вот местечко нашли в лесу. В степном Крыму нашли лес, друзья. Ну вот так вот. Теперь гуляем. Напомню, положили плитку. И во всех аллеях этого парка. На самой территории, собственно. И прям очень красиво, посмотрите, эти березки посажены вдоль аллеи. Ну, очень красиво здесь стало. Есть где погулять, где провести свой выходной день. Ну, прям замечательно. Особенно вот в такой зимний день, когда еще такой контраст. Лежит беленький снег на... деревьях, да и на самой почве.
укрывается ковриком. Ну, прям классненько. Елочки, вот смотрите, такие вот молоденькие. Друзья, на самом деле этот парк не может быть без внимания, так как он находится в степном Крыму. И сами понимаете, в степном Крыму создать вот такой вот оазис, ну, потребуется очень много сил, терпения, труда, времени, чтобы вот вырастить до таких размеров деревья, да, вот посмотрите уже, как они выросли, сделать такой необычный уголок для жителей степного Крыма, их гостей, где они теперь могут просто вот так вот прогуляться с детками, понаслаждаться природой. Вот, ну, прям молодцы ребята за то, что вот, молодцы создатели парка, за то, что они создали вот такой вот оазис в степном Крыму. Вот. Теперь вы, друзья, имеете представление, как это все выглядит и сверху. И не только снизу, сверху тоже. Всем пока, ребят. Всем пока. Едем мы путешествовать дальше. А куда именно, вы узнаете в следующем видео. До, ребят, новых встреч. До следующих крымских маршрутов. Пока-пока.